Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Idle Герои. Так, испытание храбреца, обязательно, ребят, надо сюда рвануть, пока у нас есть время до окончания, через 28 минут, да? Ой-ой-ой, надо быстренько, ребята, успеть. Погоди, я не понял, а у меня что, сброса не... у меня сброса не было, да, ребята? Меня заколбасили здесь, я уж думал, что это новый, нет, ничего подобного, ребят. Так, гильдия, что у нас тут по гильдии? Так. Ничего, у меня нет прав. У меня нет прав, ребят, оказывается. Вот так вот. Добавлены в гильдию, все понятно. Ничего хорошего, короче, там не произошло. Забираем все награды одним кликом. Только видовская пыль и бриллианты нам достали. Кстати, ребята, наконец-то я скачал себе приватный сервер, как вы говорили. Ну, я насколько понял, что там нужно начинать все с нуля. Потому что вот этого персонажа я не могу туда перекинуть. Я пытался, не получилось. Может быть, я что-то неправильно делаю. Вы мне напишите в комментариях и сразу же скажите мне одно. Мне стоит вести две игры, вот эту и на приватном сервере, или забросить вот эту и уже начать чисто играть на приватном серваке. Так что, ребята, жду от вас нормальных комментариев, как говорится, в этой, по этой игре. Так, ну что, давайте бесплатно с вами призовем. Ой, однозвездочная. Лопушок. Так, а здесь кто у нас? О, три звезды, вот это уже хорошо. Вот это вот обожают, когда на три звезды, ребята, выпадает персонажик. А когда на пять, так, ну, это нищеброд. Так, здесь у нас призвать... Нет, у нас есть, но я не буду, ребята, тратить. Я думаю, что нет в этом смысла. А вот здесь, пожалуй, мы с вами призовем. Так, и кто нам? Двухзвездочный, да что ж такое? Что ж за нефарта такой, в конце-то концов? Шарлотта, блин, тоже две звезды. Да, скудненько, ничего не сделаешь, ребята. А давайте попробуем все-таки, а, ребят, потратим 250 гемов. Дай фиг с ним, ребята, один разок можно, я думаю, да, позволить себе такое. И, оу, на 4 звезды нам выпал паладин. Ну, я его так называю, ребят. Ух, так, что, ну, а почему гильдия высвечивается, а? Что такое? Поместье. Так, мельница, что у нас тут? Выполнен заказ, хорошо. Поздравляем вас, отлично, спасибо. Принять заказ, давайте следующий. Так. Начать. Ого. А какой лучше взять? Ну, блин, а в чем смысл? Надо потратить 20 алмазов, чтобы повысить заказ. А стоит ли? Так, вот здесь вот. Ну, давай попробуем. Во. А тут сколько? 30 алмазов. Ну, давай, хорошо, фиг с ним. Ядрить. А что мы за это получим-то? Хо-хо. Погнали. 450 тысяч плюс вот эти вот эмблемчики. Не знаю для чего. Ну, надеюсь, скоро узнаем. Так, пожертвовать. Пожертвуем. Донат выполнен. 100 тысяч как рукой снесло, ё-моё. Так, сотого уровня. Сотого уровня у него персонаж. Это, ребят, ерунда. Смотрите, сейчас я кое-что тут посмотрю. Погоди-ка, я могу только один заказ сделать? Или... А, я могу и вот эти вот принимать, да? Все, получается. Так, ну что ж, давайте приму все. Вот так вот. Нормуль, я думаю. Так, хорошо. В науке что у нас? В науке я уже немножко повысил. Ах, вот они для чего нужны эти. Понятно, буду знать, ребята. Так, повышаем. Жизнь солдата тяжела, но она так необходима. Так, по-моему, до 10 раз нужно, да? Минимум там повысить, чтобы мне что-то другое открылось. Да, до 10. Эх, не хватает. Ладно, фиг с ним, ребята. Это только солдат, а тут еще, не забывайте, есть маг, есть лучник, есть убийца и есть священник. Я пока солдату, ребята, решил прокачивать. Так, бой гильдии. Тут-то что у нас такое? Боевой зал. Начать регистрироваться. Так. Начать регистрироваться. Извините, но у меня нет прав. Все, я вас прекрасно понял. Я без права. Эх, слишком маленький, наверное, я еще. Так, молитва за огонь. Будет отмыкание. Отмыкание, блин. Оу, вот еще, оказывается, куда нужны камни, ребята. Ага. Опа, 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 красота-то какая. Оуй. Слушайте, блин, жесть какая-то. Жестоко все, и хочется, и колется. Может, свой клан создать? Хрен его знает. Ну, это, может быть, мы с вами сделаем на приватном серваке. А вы пишите, ребят, пишите в комментариях, что лучше сделать. Так, давай выполняем. Отлично, здесь тоже выполним.
Так, хорошо. И есть у нас, ребята, или нифига нету? Я что, не могу больше заданий принять? Эх, жаль, жаль. Так, на свободном острове у меня, по-моему, было какое-то улучшение. Или мне это приснилось? Наверное, приснилось, ребят. Так, здесь не... Где вот эти вот, ребята, осколки брать, а? Кто мне скажет? Я вот как-то их получил случайно. Погоди-ка, погоди-ка. Там, по-моему, можно было отправить в экспедицию, да? А ну-ка. Так, дайте мне вот это вот, пожалуйста. Ага, 15 тысяч получили, хорошо. Главный остров, это мой, естественно, это мой остров, ё-моё. Ну, остальных мне здесь, ребят, не потянуть. Они слишком, блин, мощные, да, 70 уровня плюс, посмотрите, одна звезда, элита, ядрёна ложь. Так, и все пока, больше тут ничего, логово пустоты. Помогать воевать. Воевать, воевать, воевать. Да, тут хотя бы... При... Ну вот, давай вот здесь посмотрим, что у нас тут. Это мы сейчас будем воевать? Оу, 70 уровня, ребята. Ты посмотри, мы его просто щекочем, ребят. Вот это он бабахнул. Слушай, ребята, откуда у меня такие големы таких... А, это я помогаю кому-то, ё-моё. И кем же я, интересно, помогаю? Кто у меня здесь... И из воинов присоединился, я не знаю. По-моему, никто. Просто мы взяли чей-то отряд и начали бомбить вот этого говнюка. Дайте я ускорю нафиг. А то как в заторможенном кино каком-то. Да ну, ребят, ну тут нереально, вы посмотрите. Жесть какая-то. А что это такое копится, а? Что это было? Все, по-моему, тут разобрали. Офигеть, это, ребята, он 70 уровня. Один кристаллик получил, ура! Можно строить здание. Ой, счастье, полные трусы, блин. А здесь, здесь тоже фигня какая-то. Так, а здесь? Тоже 70-го. Воевать, ну... Ага, здесь я уже должен воевать сам. Ну, я с ними не справлюсь, ребята. Они же очень мощные. Согласитесь. Одна звезда, это же, по-моему, там офигеть, фурор просто. Хотя, погоди-ка, погоди-ка. А мы можем здесь вот так вот сделать, рейд. Вести количество нарциссов. Каких еще нарциссов? Где их зарабатывать, во-первых? Нарциссы-то эти. Пока у меня никаких нарциссов нету и не было, и не будет, наверное. Хотя вон там 8 из 10. Фигня, короче, это все. Сейчас мы смотрим рюкзак. Что у меня тут в рюкзаке? Есть осколки? Призываем, ребята. Кто нам достается? Ой. Снежный жасмин. Ну, 3 звезды. Уже неплохо. Так, и вроде бы все. Так, давай-ка смотреть, что у нас тут. Лига ледяная, естественно, ребята, сейчас мы вступим. И уже сделаем по-быстренькому с вами автобой. Погоди, что такое? Неужели я сегодня все это потратил? Да, ребята, я сегодня все потратил это. Вот, и как видим, еще ничего не успело восстановиться. А вы знаете, что меня здесь колбасят, как щегла? Вы не мне не верите, а вот смотрите, ребята. Я, кстати, да, я норму прокачал до 80 уровня. Не хватило чуть-чуть. Кстати, давайте-ка попробуем. Может быть, у меня получится сейчас кальмара немножко приподнять. Ну-ка. Накопил я там этих, не накопил. Чуть-чуть не хватило. Ну как чуть-чуть, нифига себе чуть-чуть. Еще 8 уровней, ё-моё. Да. Ничегошечки не... О, сапожки можно поменять. Давай, во, прикольно. Это что у нас за сет? Полусапожки охотника. Неужели это лучший сет, который тут у нас только есть? Охотник, охотник. Все время они про этого охотника. Фейгин. Ну, это наш паладин, ё-моё. Слушай, я что, зря что начал серию снимать? Еще не успела ничего, ребята, откатиться. А я уже, как говорится, прыгаю тут в омут головой. Да, абсолютно ничего, ребята. Ни в таверне, ни на арене ничего у нас с вами недоступно. Ай-яй-яй, как печалька. Так, ну-ка дай-ка ежедневочку-то можно хоть? Да, и ежедневку даже нельзя получить. Да, ребята, еще не успело все у нас здесь откатиться. Так, ну что же, давайте тогда мы с вами, наверное, по-быренькому глянем приватный серверок. Я думаю, что вы будете не против. Ну что же, ребята, вот у нас и приватный сервер. Давайте глянем, в чем отличие у него. Так, духи героев мы получили. Так, круг призова. Дайте-ка, ребята, мы посмотрим. Я могу что-нибудь призвать себе? Героический призыв. И кто же мне тут достается? Охранник бездны, 3 звезды. Нормуль, я согласен с этим. Так, а здесь у нас что? Светящееся тело.
Однозвездочный упырь, скелетик нам достался. Это уже нехорошо. Ладно, больше пока мы ничего не можем. Вот, ребята, в чем разница. Смотрите, все уровни VIP получены, привилегия. Купив месячную карту, получить дополнительные алмазы. Да, это есть только при карте. Ну, если мы купим с вами карту. А если я не буду покупать, то и нету, видимо, никакой нужды даже в этом приват-сервере. В общем, ребят, все равно пишите в комментариях, очень хочется услышать. Так, с чего начнем? С чего мы с вами начинали? Я уже, честно говоря, забыл. Так, ежедневка у нас получена здесь. Это все у нас... Погоди-ка. Все это сделано. Так, сюда нам рановато. Да, по-моему, тут у нас все сделано. Ну, единственное, что компания, и можем... Ах, 24 уровень нужен. Изготовить. Нет у нас ничего. Погоди-ка. Неужели нам нужно начинать все с компании, а? В бой? И всего два персонажа у меня. Жесть какая-то. Всего два. Почему так мало? Ну, давай посмотрим. Так, дайте-ка ускориться. Я могу? Могу. Сказали, что здесь идет прокачка в разы быстрее. Посмотрим, что я тут могу получить. 33 уровень сразу же. Так, мне открылось казино. Оно у меня вообще-то и было открыто, ребят. Просто я про него забыл. Так, давайте-ка вот здесь вот мы с вами получим души. Так, замечательно. Что у нас здесь? Ага, давай-ка бесплатненько. И 20 гемов. Ну давай заплатим, хорошо. Так, получаем еще с вами фишку. Так, подарите 5 сердечек друзьям. А есть у меня друзья? Слушайте, а здесь, наверное, будет проблематично завести друзей. Я даже не знаю, запросить. Ха, странно. А на этом сервере вообще можно иметь друзей-то? Так, хорошо, получаем 4-звездочный маг у нас какой-то, даже 15. Погоди, 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 еще что ли могу? Да, еще могу. Так, ботинки, 4 звезды. Хо, круто. Так, и в рюкзачок, естественно, запрыгиваем и собираем с вами вот это вот. Блин, да какие подробности, когда мне нужно его призвать. Давай вот это вот призовем. Недотепу. Две штуки. Хорошо, и вот этого вот мага. Отлично. Так, у нас с вами есть рулетка, есть жетоны, поэтому надо крутить. Ну и что же нам здесь достанется? Давайте-ка посмотрим. И дурудурудь. Блин, 12 тысяч душ. Все, больше у меня нет жетонов. Но есть, ребята, не забываем, вот в супер-казино. Ух, ага. Нет, ребят, для супер-казино у нас с вами не хватает фишек. Блин, а хотелось бы. Так, ну что ж, давайте посмотрим. Регистрация, собственный помощник. Хочу быть сильным в плане. Так, регистрация, ну мы здесь уже... Хочу быть сильным. Так, ну-ка, приступим. Вступить. Меня сюда хоть пустят? Инструкция по бою. Да понятно, ребят, что это нам надо сделать. Все это, в принципе, легко и просто. А ну-ка. Карточек нету, да, ребята? Хрен мне, а не болт. Точнее, хрен мне, а не вар. Так, свободный остров. Что мы здесь можем с вами сделать? Так, богатая, живая, быстроходная, лунная. Ну, давай, я даже не знаю, что. Быстроходное попробуем. Создание. Так, отлично. И больше ничего мы с вами сделать не сможем. У нас не хватает там камней. Компания. Что у нас там в трофеях есть что-нибудь? О, хорошо-то как. Получаем опыт. А ну-ка, подожди, что? Что значит прошло? Эй, а где враг? Где враги вообще все? Странно. Никого почему-то не вижу. Так, в кузнице ничего мы с вами сделать не можем. Слушай, а почему в компании я ничего не могу? Прошло, а что прошло? Где у меня все? А ну-ка, дай-ка вот так вот мы с вами сделаем. Так, так, сохранить. Ага, вот, ё-моё. Естественно, ребят, конечно же, как-то я пошел и никого себе сюда не поставил. Автофарм. И в бой. Блин, здесь тоже это все нужно выставить.
Слушайте, ну как-то странно. Мне даже не дали никаких нормальных героев. Какую-то шелупень всякую подкинули. На обычном серваке у меня уже герои были там. Четырех-трехзвездочные. А тут как это шелупень. Ладно, получили мы с вами доспешек. Поехали далее. Ну, первый, ребята, вот этот вот заходик у нас делается вообще на изи, потому что ничего тут сложного нету. Даже вот этими нубасами сможем вполне-вполне пройти. Но все равно мне хотелось бы знать, стоит ли играть именно на приватном серваке или же на оригинальном лучше все-таки. Так, автофарм. Подожди, автофарм, блин. А, ну да, все нормально, автофарм, да. Погнали. Чик. И в чем разница у них? То, что только VIP открыт полностью. Вот и все. И больше, наверное, ничего. Оу, тихо, уже ребята жарят здесь. Что-то не по-детски. Так, как-то так влом, ребят, честно говоря, начинать с нуля. Ух, так, ботинки, вся эта ерунда. Блин, ну, честно говоря, мне вот камни прогресса не хочется тратить вот на одноуровневых ребят. Вот честно вам скажу. Пятизвездочный нужен мне персонаж. Вот это да, вот это будет хорошо. Так, мы что, этого сосунка не сможем победить, что ли? Эй! Что-то как-то дело пахнет керосином, по-моему, а? Эй, давай, поднапряглись, ребята, вы что? Вы что тут делаете-то? Хорош уже. Все-таки умудрились. Смотрите-ка, свиточек нам выпал, наверное, на призов. А ну-ка, давайте-ка глянем. Да, я могу призвать. Ну и кто же нам тут достанется? Как всегда, ерунда. Дайте-ка я попробую вот так вот. За гемы призвать, так уж и быть. Может быть, кто-нибудь выпадет нам. Хороший, нормульный. О, четырехзвездочный. Кто это такой? Такого у меня, ребята, не было персонажа. Рюкзак, что такое? Так, ага, мы можем черного адепта призвать. С одной звездой, блин. Да, нужен ли он нам, да, ребята? Ну, фиг с ним. На разборку, как говорится, все пойдет. И, кстати, здесь почему-то у нас не было с вами обучения, как ни странно. В отличие от оригинала. Так, что у нас здесь? Зачем мне вот этот? Мне не надо. Давайте вот с вами вот так вот аватарку поменяем. Что это за девочка какая там была? Никаких нафиг нам девочек. Так, рынок у нас пустует. Рынок не пустует. Блин, 150 гемов. Хорошо, я решаюсь покупать, ребята. Все гемы спустил. Да подожди ты, на рынке я только что был. Нужно мне идти в таверну, да? В таверне же призов идет или нет? Что-то, по-моему, под... Ага, смотрите-ка, я здесь. Автозаполнение. Начать. Хрен там, не хватает. Блин, не хватает персонажей, ребят, чтобы я даже начал элементарные задания делать. Чё так все запущено-то, а? Регистрация, все это потом мы сделаем. Я не понимаю. Так, призвать. У меня нет этих камней, так что нечего у нас призывать. 33 уровня, я сам по себе, да, ребята? Ничего у меня нету. Это все идет на расщепление. Давай расщепляем. Обалдеть, сколько получил душ, сколько всего там. Круг созидания. Так. Давай призовем, посмотрим, кто нам здесь выпадет. И трехзвездочный, по-моему, опять же, это адепт. Только он улучшенный. Кисло все, ребята, кисло. Так, тут 72 уровень, тут 40. В общем, нужно, ребята, качаться. Другого варианта я не вижу. Так, поехали. Выставляем всех свои. Кстати, вот это вот надо было вот сюда ставить, вот так вот. Подожди, вот мы лучше вот так вот сделаем. И в бой. Ой, да что ты такой? Подожди, они 20 уровня. Это что, у нас с 20 уровня начинается, что ли? Ой-ой-ой-ой. По-моему, хочешь не хочешь, ребята, а мне придется на начальных порах кого-то все-таки усилять. Это не дело. Так вот, получать люлей, причем на начале игры. Хорошо, они напросились. Где мои герои? Так, вот этот вот парнишка у меня ждет, естественно, прокачки. Так, у меня хватает. Душ у меня хватает. За глаза, ребята. Так, я даже смогу его... Ага, не смогу я его повысить. Так, следующим давайте вот этого прокачаем.
Так, до тридцаточки. Давай-давай, отлично. Ну что ж, давайте тогда и охранника бездны тоже прокачаем до 30 уровня. Так, 50 камней прогресса нужно, ребята. Так, ну что же, черный пастор. Давайте его тоже прокачаем до 30 уровня. А, кстати, с одной стороны, даже хорошо, знаете, если иметь два сервака, да, например, один приватный, как вот этот вот, и другой оригинальный, я могу, например, там одних прокачивать, здесь других, и, как говорится, искать, кто лучше, кто хуже, в принципе, потом на основном сервере. В общем, есть в этом свой, так сказать, шарм. Если здесь, тем более, идет прокачка ускоренная, как вы мне говорили, то почему бы действительно этим делом не воспользоваться? Тем более, смотрите, через 4 минуты мне дадут еще одного героя 4-звездочного 30 уровня. О, это будет уже что-то. Так, погоди-ка. Значит, гемов у нас с вами осталось очень мало. Круг созидания нам пока не нужен. На арену у нас, по-моему, нету билетов. Давайте тогда воспользуемся подсказкой вот этой вот. Блин, давайте сделаем регистрацию, чтобы она тут не мешалась мне, как говорится. Ну что же, зарегистрировал я своего персонажа. Так, бесплатные бриллианты. Ну давай. Так, хрен, да, у нас тут? Ничегошеньки не можем. Так, достижения. Оу, за регистрацию аккаунта, ребята. Да-да-да, именно получаем норму с вами. Пятизвездочная, вот оно, пошло дело. Так, в рюкзаке что у нас с вами? Да, мы ее, естественно, ребята, призываем. Отлично. И, соответственно, мне нужно будет ее сейчас сразу же и одеть. Надеюсь, у меня найдется во что ее одеть. Так, где мой герой, родной мой? Иди сюда. Так, все снаряжение, конечно же, надеваем. Отлично. Так, и посмотрим, что здесь. Здесь мы тоже можем кое-что надеть. Так, даже для мага есть кортик. И для охранника бездны нашелся ножичек. И для пастора тоже ножичек. Для всех ножички, короче. Все. Отличненько. Так, все меня тянет на эту арену, ё-моё, зайти. Тут-то у нас что? А, тут получено. Следующий заход нам дадут вот что, ребята. Да-да-да, аллелью. Через сколько это будет? Через почти 5 часов. О, 51 секунда, ребята, и мы получим с вами паладина. Подождем маленько. Так, ну-ка, а теперь давайте посмотрим, кто кого, ё-моё. Этот охламон меня в прошлый раз нахлобучил. Я думаю, секунду, норму-то тоже нужно поднять, ребята, как же так-то? Сейчас бы рванул бы. Нормочка, давай-ка мы тебя тоже приподнимем. До 30 уровня, естественно, ребята. Вот так вот. Так, 50 нам нужно камней прогресса, чтобы я мог сделать свою первую эволюцию. Я думаю, что вот здесь, наверное, мы с вами и заработаем их. Воевать. Так, убираем отсюда. Так, раз, два, три. Так, вот это вот, блин, ну ладно, фиг с ним. У нас пока нету никого, паладина нам еще не дали. Попробуем таким макаром с вами сразиться. Ну вот, совсем другое дело, ребята. Как говорится, прогресс налицо. Но, тем не менее, робот какой-то кислый. Смотрите, его что-то разбирает вообще. Да. Мне не нравится роботека этот. Он вообще у нас как танк или кто? Наверное, как танк идет все-таки. Раз он с такими тесаками стоит. Весь прям из себя крутой. Ну, давайте, ребята, забираем паладина. Через 18 минут мне дадут колечко. А я в этот момент делаю что? Вызываю, призываю, точнее, нашего паладина. Давайте, вот они, осколки. Призвать. Естественно, сразу же, ребята, я начинаю прокачку. Где ты, мой родной паладин? Давай мы тебя до тридцаточки в легкую, как говорится, прокачаем. Все. Сколько у меня вообще камней? Так, мы даже можем тебе что-то напялить. Один ножичек влепили и довольны. Так, ну что же, погнали. Сюда мы поставим, ребята, вот этого мы уберем. Хотя, подожди-ка, мы лучше вот так вот сделаем. Вот и вот так, отлично. Я думаю, так будет оптимальненько. Ну что ж, посмотрим, как у нас сейчас будут дела идти. Дела просто идут в гору. Ребят, несмотря на то, что у меня паладиныч этот не одетый, он довольно неплохо держится здесь. Я бы даже сказал, вообще замечательно держится. Ну, да мы порвем их здесь. Вот так-то.
Так, следующая у нас волна. Поехали. 22 уровни здесь. Ну, а я-то 30. Ой, толстячки, ё-моё. Слушайте, а где лучше всего у нас поднимать уровень? Наверное, все-таки на основной сюжетке, да? Здесь нам, наверное, опыта не дают. Здесь в основном дают камни прогресса, души, ну и шмотки порой могут выпасть. Так, сейчас мы кое-что с вами посмотрим. Компашечка. Так, трофей что-нибудь выпало? Выпало. Опыт дайте мне, пожалуйста. Так, отлично. А ну-ка, автофарм. В бой. Вот этих мы, ребят, естественно, отсюда убираем и выставляем уже своих. Так, 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 так. И вот так. Вот это нормуль. Вот это хорошо, ребята. Теперь просто будем их тут разрывать в клочья. Ну и зарабатывать, соответственно. Во, и души, и оружие мы получаем. То, что нужно. Так, давай-ка дальше посмотрим. Поехали. Эй, голем. Просто в щепки его разрываем, ребят. Готовы. Вот, бронька нам выпала, отлично. Поехали далее. Так, отличненько. Ну, давай, 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 по-быренькому. Я, наверное, ребята, это... А, на телефоне-то, на мобильнике я, наверное, не смогу, ребят, поиграть. Вот именно в эту, в приватную версию игры. Жаль, а так бы прокачался бы до максимума, который у меня уже хотя бы на моем, на оригинальном серваке. И было бы интереснее. А так хрен. Походу дела придется только с эмулятора играть. Вот это, наверное, недостаток. Хотя, может быть, я ошибаюсь, ребят, вы мне... Слушайте, если я АПК-шку скину на телефон, наверное, смогу. Почему нет-то? В общем, пишите мне, ребят, в комментариях. Очень будет приятно почитать. Что-нибудь, как говорится, познавательное для себя. Ну, а на этом, пожалуй, я и буду завершать эту серию. Сейчас вот этот бой доиграем. И будем с вами прощаться, как говорится, до следующих серий. Она будет, наверное, уже скоро, потому что на основном серваке у меня скоро произойдет откаты. Все задания. Что такое карта? А, мы с вами переходим. Все задания откатятся, и мы приступим, как говорится, уже к основной сюжетной линии. Так что всем пока, всем удачи и до скорых встреч, ребята.